Реакция была ужасная, потому что я неделю еле отошла. Вот. И, в принципе, очень переживала за девочек, потому что они все возможное сделали для того, чтобы эту лицензию получить. Но, к сожалению, напряжение было таким сильным, что чисто психологически дети не выдержали. Мабуть, так мало статися, щоб ми стали сильнішими, тому що ми так трішки звикли вже, знаєте, такі завжди перемоги, завжди якісь медалі, а тут така доля нам випала тяжка, але це спорт. Ми з ще більшим ентузіазмом двигаємося вперед і сьогодні вже готуємося к Лос-Анджелесу, к следующим Олимпийским играм. Состав изменился. Вот смена состава – это всегда тяжелое состояние, тренеры знают. Мы готовим дуэт до юнацкого чемпионата света. Это просто для змагань на чемпионатах Украины. С новыми правилами это сложно, потому что мы кружляем в воде 8 часов, и это сложно.